Всем привет! Вы находитесь на канале «Создать сайт». Если вам нужна моя помощь в создании вашего сайта или вы хотите получить комплексный аудит и рекомендации по улучшению сайта, а также фактическую помощь по докрутке вашего проекта до совершенства, то записывайтесь ко мне на консультацию. Ссылка в описании. Сегодня я хотел вам рассказать о таком важнейшем элементе абсолютно любого сайта, как кнопки. Для чего они нужны? В первую очередь для того, чтобы добавить динамики на сайт и улучшить взаимодействие с вашими клиентами. В прошлом видео мы создавали с вами форму. Теперь давайте сделаем так, чтобы при клике по кнопке наша страница с формой открывалась в новом окне. Так, для создания кнопки мы будем использовать наилучший плагин для этого — MaxButton. Переходим в консоль и устанавливаем плагин MaxButton. Кстати, если вы не знаете, как работать с консолью, то посмотрите мое видео. Ссылка в описании. Итак, для начала давайте установим плагин для создания кнопок, который называется MaxButton. Для этого в панели консоли наводим курсор на вкладку «Плагин» и выбираем «Добавить новый», после чего в области поиска плагина вводим MaxButton. Нас интересует вот этот первый попавшийся плагин, у которого автор Max Foundry. При установке плагинов следите, чтобы автор-разработчик совпадал с автором того плагина, который вам рекомендуют использовать. Итак, кликаем по кнопке «Установить», а затем по «Активировать». Если вы все сделаете правильно, то у вас на панели консоли появится вкладка MaxButton. Теперь мы наводим курсор мыши на эту вкладку и выбираем «Добавить новые», после чего перед вами откроется панель создания кнопки. Здесь мы и будем производить все настройки. Итак, давайте создадим кнопку «Консультация». Для того, чтобы присвоить кнопке название, отличить ее от всех других, необходимо ввести в первое поле имя этой самой кнопки. Давайте введем слово «Консультация». Итак, наша кнопка будет переадресовать на страницу с формой сбора контактных данных, которую мы создали в прошлом видео. Мне нужно открыть страницу с этой формой и скопировать ссылку на нее из адресной строки браузера, после чего вставить вот эту область. Далее, для того, чтобы страница с формой открывалась в новом окне, необходимо поставить галочку прямо вот здесь. Если вы хотите, чтобы при наведении на кнопки выводилась подсказка с названием кнопки, либо любой другой текст, то нужно ввести необходимые записи вот в это поле. Теперь давайте введем текст, который будет отображаться на кнопке. Для этого вот этой области введем слово «Консультация». Как вы видите, в правом верхнем углу есть область, где отображается текущий внешний вид кнопки. То есть это такая демонстрационная область. А мы переходим непосредственно к настройке внешнего вида кнопки. В первой области выбираем основные параметры кнопки. Здесь можно поменять шрифт, просто выбрав необходимые значения из списка. Далее поменять размер шрифта, сделать его более крупным или наоборот мелким, придать ему жирности или курсивного начертания. Далее можно выровнять название кнопки по левому или правому краю, а также по центру. Чуть ниже настраиваются отступы области названия кнопки от краев по 4 направлениям. Теперь мы переходим к настройке цветовой палитры кнопки и в первую очередь настроим цвет шрифта кнопки. Для выбора цвета текста названия кнопки кликаем левой кнопкой мыши вот по этой области, после чего перед нами откроется панель выбора цвета. Мы выбираем цвет на области популярных цветов, либо ищем подходящий вариант на панели смешивания. Например, мы хотим установить оранжевый, для этого кликаем по нему на панели самых популярных цветов. А затем выбираем понравившееся решение на панели смешивания посредством перемещения кружка на необходимое решение. Вот так. Также можно выбрать более насыщенный вариант выбранного цвета, либо его засветить. Для этого просто перемещаем рамку на линейке, расположенной справа. Итак, я выберу обычный белый цвет для шрифта названия кнопки. Для того, чтобы выйти из панели выбора цвета, необходимо просто кликнуть левой кнопкой мыши на любом свободном месте. Далее чуть ниже можно выбрать ширину кнопки, а также высоту посредством ввода значения в пикселях. А вот справа от области выбора цвета текста названия кнопки располагается область выбора цвета текста названия кнопки при наведении на нее курсора мыши. Я выберу для названия кнопки при наведении на нее черный цвет. Как это сделать, вы уже знаете. Чуть ниже находится область для ввода описания кнопки. Я здесь ничего вводить не буду. Теперь переходим к настройке рамок кнопки. Во-первых, можно установить уровень закругленности рамок посредством ввода значения в пикселях вот эти области. Чем больше значения, тем более закругленные рамки получаются. Давайте установим значение 10. Чуть ниже можно выбрать вид рамок: сплошная линия, вдавленная граница, прерывистая линия и многое другое. Также чуть ниже можно выбрать плотность рамки, то есть ее ширину, посредством установки значения в пикселях вот эту область. Теперь давайте подберем цветовые решения для рамок. В обычном состоянии я выберу белый цвет, а при наведении черный. Чуть ниже можно задать уровень насыщенности тени рамок кнопок. Слева, по краям, с отступом вниз, по широкой области, посредством ввода значения в соответствующие области. А еще чуть ниже можно выбрать цвет тени в обычном состоянии и при наведении на кнопку курсора мыши. Теперь переходим к настройке фона кнопки. Давайте выберем в обычном состоянии фон черного цвета, а при наведении оранжевый. Чуть ниже можно поставить уровень засветления или затемненности дизайна кнопки посредством установки необходимого значения в соответствующей области. для кнопки в обычном состоянии и при наведении на нее. Далее здесь есть вот такой маркер. С помощью него можно разнообразить дизайн кнопки посредством добавления градиента. Давайте активируем этот маркер. Как вы видите, после этого активировались дополнительные области выбора цветов. Давайте с помощью них настроим цветовое решение градиентов. Для обычного состояния кнопки выберем синий цвет, а при наведении белый. Посмотрите, как же круто начали выглядеть наши кнопки. Также здесь есть вот эта область, где можно контролировать уровень отображения градиента. Чем меньше значение, тем более активно градиент проявляется в дизайне кнопки. Теперь переходим к настройке тени названия кнопки. Здесь также можно настроить уровень этой тени посредством установки значения, а также соответственно выбрать цвет тени. То есть в этой области можно настроить эффект размытости названия кнопки. Теперь мы переходим к следующему блоку. Здесь настраивается положение и отступы кнопки на сайте в своем контейнере. Этот раздел не является часто применяемым, поэтому мы останавливаться на нем не будем. Следующий блок предназначен для придания особенных функций и свойств для кнопки посредством таких технологий, как HTML и CSS. Если вы не знакомы с ними, то даже сюда и не лезьте. В последнем блоке определяются настройки кнопки на различных разрешениях. Для того, чтобы автоматически определять параметры кнопки под различные разрешения, необходимо установить этот маркер в активное состояние. Если же вы хотите вручную определять параметры, то из раскрывающегося списка выбирайте устройство и кликайте по кнопке Add, после чего в появившейся области настраивайте параметры именно под выбранное вами устройство. А именно здесь можно выбрать размер шрифта названия кнопки, ширину и высоту кнопки, а также ширину контейнера, где размещается кнопка. Также можно определить расположение контейнера, то есть выровнять по правому или левому краю, либо скрыть вообще. Также можно скрыть данную кнопку на определенном устройстве посредством перевода маркера в активное положение. В этой области размер параметров можно задавать не только в пикселях, но и в процентах. Для этого нужно выбрать соответствующий параметр из раскрывающегося списка соответствующей области. Итак, настройка параметров кнопки завершена. Теперь нам необходимо сохранить все изменения, кликнув по соответствующей кнопке. После сохранения WordPress нас перебросит в начало панели настройки кнопки. Если этого не произошло, то поднимитесь на самый верх вот к этой области. Эту область может закрывать вот это демонстрационное окно. В этом случае сверните его, кликнув по треугольничку. Итак, WordPress нам создал кнопку вот с таким шорт-кодом. Он нам понадобится для вставки кнопки на сайт. Скопируйте его куда-нибудь. Если вам нужно создать еще одну кнопку, то для этого необходимо кликнуть вот по этой кнопке. После чего откроется новая панель настройки параметров, где вы произведете все настройки на основании информации, полученной в этом видеоуроке. Но если вы создаете кнопки с одинаковым дизайном, то проще вашу кнопку скопировать, а уж затем изменить название и ее функционал. Это лучше, нежели чем снова редактировать дизайн. Для копирования, если вы находитесь в редакторе созданной вами первой кнопки, необходимо кликнуть вот сюда. После чего в новом модульном окне игнорируем все предупреждения и кликаем вот по этой кнопке. Далее мы попадаем в редактор новой кнопки со скопированными параметрами и производим все изменения, после чего сохраняем все настройки. Также скопировать кнопку можно из каталога кнопок. Для перехода в этот каталог наводим курсор мыши в консоли на вкладку MaxButton и выбираем Button, после чего перед нами открывается каталог созданных кнопок. Наводим курсор мыши на кнопку, которую хотим скопировать, и кликаем по ссылке Copy. Если нужно отредактировать кнопку, то кликаем по Edit, либо по Move to Trash, если хотим удалить данную кнопку. Итак, у нас все готово. Теперь давайте вставим данную кнопку на сайт. Если вы хотите разместить кнопку на странице, то просто вставляйте скопированный шорт-код в то место, куда хотите вставить кнопку. Я же в свою очередь размещу кнопку в подвале сайта с помощью виджета. Итак, давайте перейдем в панель виджетов. Для этого на панели консоли наводим курсор мыши на вкладку «Внешний вид» и выбираем виджеты. Затем в каталоге виджетов находим виджет «Текст» и кликаем по нему. После чего в появившейся области выбираем виджет-зону «Footer 1» и кликаем по кнопке «Добавить виджет». Итак, данный виджет отправился в виджет-зону «Footer 1». Далее нам нужно вот эту область, то есть в описание, вставить шорт-код нашей кнопки, который вы скопировали ранее, а затем сохраняем изменения. Давайте теперь перейдем на сайт и посмотрим, что же у нас получилось. Пожалуйста, вот наша стильная кнопка, которая при наведении на нее меняет свой вид на такой. Давайте кликнем по ней. И вот, пожалуйста, перед нами в новой вкладке открылась страница с формой. Пользуйтесь на здоровье. Я перебрал несколько возможных вариантов создания кнопок на CMS WordPress, и это решение является реально самым лучшим. А на этом все. С вами был канал «Создать сайт». Подписывайтесь, чтобы не пропускать качественный контент в сфере обучения сайтостроению, без программирования и верстки. А также активируйте уведомления, кликнув по колокольчику, чтобы своевременно узнавать о новых видео. Хорошего вам дня и удачи в бизнесе.